Следующий вид гимнастической программы – это тройка гимнастов покажет сейчас упражнения на брусьях. И первый из них – Эльдар Валеев. Вы знаете, вот мы уже много вам объясняли, что такое упражнение на брусьях. Как бы нам никак не удается нашим спортсменам, нашим российским гимнастам его выиграть, овладеть абсолютно совершенно. Ну и поэтому мы сейчас очень рассчитываем вот на эту подрастающую молодежь, которая уже сегодня включает свою программу. Вот он, видите, немножко так и ручки сгибает, и не все у него абсолютно получается, но вставляет уже сложные элементы. Ну ничего, что опять же он приземлился, так, конечно, он расстроился страшно. Тем более мы вам обращали ваше внимание на то, что здесь судейская бригада. Но судейская бригада все-таки, я думаю, стоит назвать. Она состоит из заслуженных мастеров спорта, из суперсудей. Начнем с Валерия Кирдемилиди, который обслуживает все-все чемпионаты Европы, мира, Олимпийских игр российской команды. Там же Валентин Иванович Муратов, там же Александр Соболев. Там это, вы знаете, вот я просто смотрю и с ними здороваюсь уважительно, потому что это все-таки тот состав, с кем мы проходили по спортивной жизни. И точно такой же состав женской судейской коллегии. Там и Муратова, и Карасева Оля, это заслуженные мастера спорта, и Аникина, заслуженный тренер. Ну, товарищи, у нас, конечно, есть огромный-огромный состав великолепных.